Официальная и скрытая безработица в Самаре снижается. Такие данные привела руководитель территориального центра занятости на заседании трехсторонней комиссии Ольга Пашкина. Если по стране официальная безработица составляет 2,6%, то в Самаре этот показатель 24%. На 1500 состоящих на учете в центре занятости приходится около 21 тысячи вакансий. 62% – это рабочие профессии. Особое внимание в центре занятости уделяют трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предприятия Самары выделяют квоты для этой категории граждан. С 1 сентября 2024 года квотированию подлежат работодатели, у которых численность, среднесписочная численность работников от 36 человек. Изменилось порядок расчета квоты. Если раньше она считалась за четвертый квартал предыдущего года, то сегодня расчет идет ее за предыдущий квартал текущего года, на самом деле. Устанавливает квоту субъект Российской Федерации. В Самарской области, как вы видите на слайде, установлена квота 2% от среднесписочной численности сотрудников. На заседании трехсторонней комиссии обсудили ход реализации программы развития промышленности Самарской области и повышения ее конкурентоспособности. Цель программы – создание экономических, организационных и правовых условий развития отрасли. Комплексные процессные мероприятия и формирование условий эффективности развития промышленных организаций имеют следующие задачи. Техническое и технологическое перевооружение промышленных организаций, создание условий для оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в целях развития промышленного комплекса и организация информационно-разъяснительного сопровождения, региональной составляющей национального проекта производительности труда. В ходе заседания подвели также итоги детской оздоровительной кампании. Этим летом более 15 тысяч детей отдохнули в 196 лагерях дневного пребывания, открытых при самарских школах и учреждениях дополнительного образования. В 9 муниципальных детских оздоровительных центрах провели дни школьных каникул более 10 тысяч детей. Особое внимание в этой оздоровительной кампании уделили летней занятости детей, состоящих на различного вида профилактических учетах. В общеобразовательных учреждениях были утверждены приказы о закреплении ответственного сотрудника-наставника за обучающимися, стоящими на внутришкольном профилактическом учете. Задача этого сотрудника-наставника была обеспечить занятость ребенка, если он оставался в городе, не выезжал в лагерь, не выезжал к родственникам, к бабушкам, в деревню и так далее. Если он оставался в городе, в этом случае несколько раз в неделю были организованы для таких ребят мероприятия. На заседании трехсторонней комиссии обсудили вопросы соблюдения работодателями законодательства в сфере труда. Факты нарушений, выявленные в результате проверок работодателей правовой инспекции труда, оперативно устраняются. Отметили эффективность работы в этом направлении и профсоюзных организаций, которые находятся в непрерывном взаимодействии с органами муниципального и регионального контроля и правоохранительными органами. Галина Запилина, Николай Епифанов. События.